Со мной сейчас сидит гроссмейстер Денис Лазовик, и мы сейчас будем его спрашивать несколько интересных вопросов. Посмотрим, как я говорю по-русски еще. Первый вопрос. Готов? Да, готов. Я сейчас назову вид спорта. Ты должен мне сказать, кто самый лучший. Так, баскетбол. Я не знаю, как я могу ответить на эти вопросы, потому что я просто не слежу. Я люблю играть, но понятно. Не смотрю ничего. Окей. Баскетбол. Если нет, тогда я просто могу футбол. Футбол. Я знаю там, что баскетбол, там Майкл Джордан, футбол. Окей, это отличный вопрос. Мы не будем спорить, Леброн Джеймс или Майкл Джордан. Майкл Джордан. А в футболе? Наверное, Месси. Месси, окей. Это отличный вопрос. Теннис? Наверное, Рафаэль Надаль. Это для меня тоже Надаль, я бы сказал. Покер? У меня было время, когда я на Ютубе смотрел видосики какие-то, там, раздачи. Я знаю каких-то покеристов, там Фил Хельм, там Том Кван, я тоже без понятия, что там происходит. А шахматы? Шахматы? Магнус Карлсон. Магнус? Не Каспаров? Ты всегда такой. Сложно сказать. Выберу Магнуса. Следующие вопросы будут. Кто самый любимый? Твой самый любимый группа? Не особо слушаю иностранную музыку, но я недавно послушал группу Нирвана. Мне понравилось. А русскую музыку слушаешь? Вот для меня B2 она очень, очень хорошая группа. Когда там с папой в машине еду, там радио и там, конечно, русские песни, да. Я даже не запоминаю, как название. Знаешь, хотя бы, Виктор Цой? Да. Тогда хорошо. Я только, я не так давно его узнал. Я просто, потому что я родился в США, поэтому я даже не знал его музыку. И вдруг я где-то услышал, и мне очень понравилось. Я последние несколько недель слушаю его песни. Любимая шахматная партия всех времен? Могу сказать, что такой нет, но... Есть каналы, Левитов Чес, думаю, все знают. И там есть рубрика «Лучшие партии». Мне просто нравится смотреть, как гроссмейстер рассказывает о каких-то самых известных партиях. Чтобы мне нравилась какая-то одна партия, несколько нет, такого нет. Любимый создатель шахматного контента? Мне нравится Каруана, подкаст Каруаны. Могу какие-то видосики Хикару посмотреть и так далее. На русском это, конечно, Левитов Чес, смотрю там. Мне очень нравится смотреть, когда Шиманов идет на... Просто трансляции редко сейчас смотрю, времени нет. Тогда хороший комментатор очень. Любимая книга по шахматам? Я книги не часто читаю, последнее, что я читал, самое очевидное, Каспарова, мои великие предшественники, Любимый фильм? Не фильм, недавно стал смотреть сериал «Очень странные дела», «Stranger Things». На перевод есть, Да. Stranger Things. Любимый город в мире? Да, мне кажется, у всех, у большинства родной город, самый любимый. Минск мне очень нравится, конечно. То или это? This or that? Oh my god, these are big Russian words. Слушай, как сказать это слово? Вообще не... Художественное. Художественное, вау. Художественное или научно-популярная литература? Наверное, научная, научно-популярная. Если на самолете, место у окна или у прохода? У окна. У окна? Да. Это был самый быстрый ответ пока. Мне всегда намного больше. Чтобы спать или просто смотреть? По центру, мне кажется, вообще самое плохое место. А мне нравится у прохода. Мне нравится просто ноги туда можно. Прохода там постоянно, когда идут, пихают. Если есть выбор, круиз или поездка на машине? На машине я уже достаточно поездил, так что круиз выберу, да. Комедия или триллер? Комедия. Кофе или чай? Чай. Я так и думал, но я... для меня кофе, это как... Я как Шерлок Холмс. Кошки или собаки? У меня сейчас кошка есть. Okay. Была тоже собачка, так что, не могу выбрать. Утренний человек или сова? Сова. Телефонный звонок или текстовое сообщение? Звонок или текст?
Ну, я больше люблю переписываться, так можно обдумать все и не нервничать. Я тоже. Слушай, мне звонят, я просто... Ну, это лучший вопрос сейчас. Ну, зима или лето? Зима. Зима. Нравится здесь? Да, в Торонто. Блиц или классика? Блиц. Я с тобой несколько раз играл, да, я вот помню, может, даже 2 года назад в титульном фронтике. Я пока еще был международный мастер. Мне это очень не понравилось. Онлайн или за доской? Онлайн. Фишер или Каспаров? Наверное, Каспаров. Закрытые или открытые позиции? Закрытые. Классика или джаз? Классика. Электронная музыка или рэп? Пусть будет рэп. Ну, если рэп, тогда Тупак или Бигги? Я, честно говоря, даже не знаю, кто второй. Бигги Смоллс. Я в жизни не думал, что я буду сидеть и делать интервью на русском языке, и будем иметь такой разговор. Не, я в иностранной музыке, ну, вообще. Есть время, послушать. Да. Кантри или рок? Рок. Да, это правильный ответ. Beatles или Beach Boys? Beatles, я слышал название, может быть, слушал песни, просто не знаю. А Beach Boys я даже... Пошел бы на концерт или на музыкальный фестиваль? Сейчас бы, наверное, никуда не пошел. Может быть, в будущем что-то поменять. Одна книга, которую каждый человек на Земле должен прочитать? Возможно, если бы я больше читал, у меня был бы ответ, но... How to Win at Chess by Levi Rosman. Лучшее изобретение в истории человечества? Интернет. Денис? Спасибо, что ответил на наши сумасшедшие вопросы. Спасибо.